бросок на атака. Бросок с ходу. Опять Деминский в створ не попал. Деминский. Обманы движения. Налево. Наброс. Буслаев. Бросок. Добивание. Спасение от голкипера. Дважды он сумел шайбу забрать. Ну и дальше-то что начинается? Дальше начинаются кулачные бои в формате 3 на 3. Нужно успокоиться. Совсем не красит это хоккеистов. Тем более на таком высоком уровне. Но лайнсмены молодцы. Это ребята уже крепенькие. 2008 года рождения. Сумели все-таки они разобраться в этом эпизоде.